Как дела, друзья? Меня зовут Мако, и мы продолжаем с вами играть в игру под названием Slime Rancher. Вы просто многие на меня наседаете в комментариях, что давай новую серию. Ну, друзья мои, мы же просто... Смотрите, как у нас морковка летающая. Это такой специальный сорт, видите? Летающая морковка. Она вроде бы как в земле, но не в земле. Растет прямо в воздухе. Да, что еще новенького? Как вы видите, это версия 0.2.4b. И что еще новенького у нас? Это курицы. Обычные курицы, которые возле наших курятников появляются в диком количестве и прямо на глазах. Это довольно забавно выглядит и очень прикольно. Но я не против, мне приятно, почему бы нет? Да, если мы можем кормить этими курочками всех, кого не попадя. Хорошо, я пытался записать, садился несколько раз, пытался записать серию, но и пока записывал, пока пытался, вернее, сделать запись, я немножко здесь похозяйничал и не удержался. Теперь у нас летающие вот такие вот взрывушки. Куриц они не жрут, и если даже жрут, то очень редко, или вроде бы как они плодятся, эти курицы там, потому что их все больше и больше. Я не знаю. Автофидер, конечно, работает, но курицы, как вы видите, у нас там целый курятник летает. И ничего я, к сожалению, поделать с этим не могу. Кроме того, у нас сейчас 39 куриц. Да, и за то время, пока я пытался, опять же, записать, я, естественно, поставил вот такой вот... сохранитель или хранитель, склад для наших всяких вещей, которые, чтобы они не пропадали, да, склад хранения. Вот, давайте возьмем, наверное, кьюберков. Сейчас еще соберем. Отлично. И там у нас морковки куча. Я что-то морковку посадил, не знаю зачем, правда. Ну да ладно. Так, кьюберки мы с вами отправим. Да, летушкам-светушкам. Те пускай себе взрываются. Можно было бы, конечно, плортики забрать, но у меня некуда их определить, во-первых. Во-вторых, я жду, пока подорожают тебби-плорты. Потому что прошлый день, 22-й день, у нас было что-то совсем слишком дешево. Дешевые цены были на все. Видимо, кризис повлиял какой-то. Видите, в игре тоже кризисы есть. И, да, видите, 15. Тебби-плорты до сих пор 15. И падают в цене. Блин, а золотой 312. Я не знаю, мы, конечно, попробуем в этой серии немножко погулять. И как-то, может, споймаем золотого. Так, куда я пошел вообще? Да, может, мы споймаем золотого и удастся его накормить, я не знаю. По крайней мере, попробуем. Пока будем ждать очередного обновления, да? Но игра значительно лучше играется, хотя баги новые присутствуют. Особенно со старыми сохранениями, не знаю, с чем это связано, но факт остается фактом. Так, что-то я хотел, да, курятники нам не нужно. Ага, светяшки. Ничего в банке обмена я не менял, никакие заказы не делал, потому что... Сейчас я вам покажу, почему. Там такая хитрая старушка, которая нам дает за 2 рустро... За 5 куриц обычных и за 4 вот этих... Пагофруктов, да. Дает нам всего лишь 15 морковки. Рок-плорта. 3 пинг-плорта и фосфорных 3. Ну, что-то как-то совсем, я не знаю. Быть может и стоит это менять, но... Да, петухи нужны, петухи всегда важны. И не только в игре, да? Ну да ладно. Так, смотрите, как в воздухе морковка растет. Просто как говорится, как на дрожжах.
новый сорт просто восхищение какое-то. Так, давайте вот эти соберем. И, если честно, смотрите, сколько у нас тебиплортов. Видимо, пока я от них не избавлюсь, здесь 12. Там около 20, здесь больше 20. Это жесть какая-то. И они дешевые, блин. Это, конечно, попадалово. На бабло. Я, конечно, не жалуюсь, у нас есть 22 тысячи, но тем не менее. Ну вот, смотрите, рок-плортики у нас по 18. Отлично, сейчас все сдадим. Да, кроме того, я улучшил нашу пушку до 50 единиц в каждой. Я увеличил, как вы видите, здоровье наше, пока что максимально, да? И увеличил нашу энергию тоже до максимального уровня. Вот, все, что мы можем и могли купить на данный момент, все абсолютно завэкпэкино. Так, смотрите, новенькие появились. Рок, 12 этих, и что ты нам за этих слаймок даешь? Те, Виктор Хамфрис. Тоже хитрая задница. Немало хитрая задница, конечно, по сравнению со всеми остальными. Ну да ладно. Что нам нужно сделать? Давайте, у нас есть ментоловые. Мы, наверное, вот этим скормим. Менталушки, да? Менталушки. Они вообще, смотрите, балуются. Я им жрачку доставляю. Они, смотрите, балуются. Футбол играет каждый из них. Гляньте, как они прикольно застревают у них, да? В воздухе. О, нифига себе. Кто-то явно... Кто-то из них явно увлекается... как это называется? Когда силой мысли, блин, выбило из головы. Смотрите, по два, видите? Ой, танцует на них. Класс. Ладно, не будем. Мы этого не видели. Мы этого, друзья, с вами не видели. Очень странно, когда я вот прохожу мимо камней каких-то и чего-то еще, немножко притормаживает игрушка. Я не знаю, с чем это связано. И когда переходишь через камни тоже, получается у нас арки, да, своего рода, в другие такие мини-локации, соединенные. Вот и как-то это все так странно почему-то на нас влияет. Не знаю почему. Окей. Хорошо, пойдем сейчас, наверное, с вами немножко прогуляемся. Блин, плорты бы сдать, конечно. У нас их куча. Давайте сдадим плорты. Все-таки. Никуда не денешься. 15 тоже цена. Как-никак. Тем более у нас их почти 50. А те еще останутся, и мы их немножко поднакопим. Так, хорошо. Почти на пустой желудок, да, идем. С пустой пушкой-сосушкой. Вот, видите, проходим мимо камней, и оно как-то так странно себя ведет. Да, на ачивки я не обращал внимания. Не знаю, что-то я там открывал, не открывал. Так, о, ящички новенькие, кстати. Каждый раз новые ящики появляются. Рустро, ну-ка иди сюда. Будешь с нами жить. Я, правда, не знаю, зачем он. Ну ладно, пускай будет. Не помешает, наверное. Упс. А тут розовушки. Розовушки и цыплюшки. Классно, я вот собирал постоянно эти плорты, да? Это же получается как говно. И мы с каждым разом все богаче и богаче становимся. И это все равно, что встретить какого-то знакомого, знаете, вот едешь так на Мазерати, останавливаешься на перекрестке, знакомый к тебе подходит, ты открываешь медленно стекло. Да, опускаешь. И у тебя знакомый спрашивает: чувак, на чем ты так разбогател? А мы так, улыбаясь бриллиантовыми зубами во все 32, говорим: на говне, чувак, на говне.
Вот здесь примерно то же самое происходит. Как же было бы здорово на говне сколотить себе состояние, да? Так, ну здесь, конечно, веселуха. Каменные плортики. Так, кто-то мне говорил, в них нужно водой стрелять, да? Ну, сейчас попробуем это сделать. Я, конечно, пару раз пытался это сделать, но что-то вообще совсем никак не действовало. Но вы просили, друзья, сейчас мы с вами этим и займемся. О, смотрите, да, действительно. Ой, тихо, тихо, тихо. А как-то пораньше версии я... Я пробовал, у меня не получалось. Да, смотрите. Аж кровью брызжет. Прикольно. Так, чувак уже здесь появился. Сейчас будет жрать. Ну, давайте его завалим. А! От воды, говорит... Они погибают. Да, когда мы в них стреляем водой, погибают. А когда они в воде, они плещутся себе пофигу им. Так, еще в тебя попасть. Вот, отлично. Так, давай очередного. Да иди в баню, блин, перепуганная ты. Ага. Охота у нас. У нас сегодня серия «Охота за черными». Тихо. Да, завалил. Давай еще водички. Давай, 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 давай. Сейчас наберем 50-очку и будем валить. Будет у нас шутер. Call of Slime. На, держи. Отлично. Блин, да вас тут дофигище. Целая армия набралась. Так, спокойно, не жрать меня только. Опс, ай! Так, пошли нафиг. Где ты есть? Прыгучие засранцы. Ага. Есть, хорошо. Да, и когда мы их убиваем, и мелкие вот такие вот останки их, да, то ли дети, то ли кто, непонятно. Они тоже исчезают. Это приятно. Так, ну здесь особо такого ничего нет. Да, мне бы хотелось, конечно, элдерхенов. Так, Тебби Слаймка, ты меня пропусти, пожалуйста. Вообще опухло, блин. Так, элдеры. Не, это брайерхены. А элдерхенов что-то как-то не видать, да? Здесь кто? Ага, понятно. Здесь такой разведчик. Он просто школу во Вьетнаме разведки проходил. Так, тихо, 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 тихо. В кустах прячется. Так, что здесь у нас? Что же здесь? А что же как? Фонтанчик это хорошо. Давайте сразу наберем из этого фонтанчика водички. Побольше. Отлично. Кстати, по сути, вот водяными плортами тоже можно убивать. Но это дорогое, конечно, удовольствие. Но вроде бы как можно убивать этих черных. Да, и кстати, я экспериментировал с этими вот взрывашками. Водяными плортами пытался их накормить, но они просто как вода хлюпали и разбрызгивались, и все. И у нас ничего. Так, это брайерхены цыпленок, да? Брайерхена? Да, смотрите, какой прикольный, классный, да? Блин, так и хочется его потрогать, потискать. Началось, да? Оп, тихо.
Да сдохни ты. Я вообще не попадаю по нему. Да, есть, попал, хорошо. Какой классный цыпленок, вообще обалдеть. А эти задницы сделаны серые. Вообще, класс. Куда ты бежишь, маленький, куда? Куда-то бежит, что-то пытается тут... Смотрите, порядки доводить. Где папка, да? Папку ищешь? Или мамку ищешь? Мамку, наверное, ищет. Да, лирическое отступление. Приятное лирическое отступление. Так, куда нам вообще идти? Я что-то... Ага, сюда. Хорошо, посмотрим еще, что там у нас делается. Здесь светяшки-чебурашки. Это обычные курицы. Нас не интересуют. Ага. Киробочка. Киробочка, откройся и дай нам немножко денежек. Так, водяной. Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной. Можно было бы... Конечно. Давайте вот эти кюбрики, наверное, выбросим. Вот, и я хочу водянушку еще взять. Так, уже черный опять появился. Что наглая морда, блин. Не сожрешь ты его. Чувак, взрывак, я тебя спас. Я спас тебя, скажи спасибо. Давай, давай, давай. О, сундучок. Так, иди нафиг. Вот туда вот иди. Дай сундучок забрать. Ага, что у нас тут? Ничего такого обычного. Ничего обычного, ничего необычного. Так, падла. Сколько раз по ним выстрелить нужно? Я что-то как не могу уловить. Если честно. Так, тут светящиеся. Но Elder Hand'ов, в общем, больше нет. И это печально. Кроме того, у нас на пути не встречается золотой слайм. Что тоже печально. Да, кстати, туда я в прошлой серии вам обещал туда слетать, но я туда летал, короче, и потом не мог выбраться. Там нифига нет. Там, видимо, будет тоже большая какая-то слаймка, потому что там целый такой вот алтарь для нее предусмотрен. Смотрите, а здесь вроде бы как не серое, а какой-то золотой ключ. Или просто от факела такое освещение, может быть. Да, наверху там тоже никак не попадешь в эту секретную зону, потому что там, скорее всего, будет пещера. Ну что, будем возвращаться, наверное, по той же... По тому же пути. Ладно, фиг с ним, оставим его в покое, немножко полетаем. Упс. Блин, как приятно это делать, когда у тебя намного больше энергии. Так, здесь тоже Elder Hand'ов нет. Тут наши киборги, кстати, валяются. Ну, все равно не зря сходили, да? Одну водянушку взяли, будет еще больше. Получается. У нас водяных. Так, что-то я как-то заплутал, да? Ого! Вы видали, как он подпрыгнул? Нормально. Так, подожди-ка. А что, я сетку вам сюда не поставил, что ли? А ну иди сюда. Воу-воу-воу, тихо! Вы посмотрите, какие
Акробаты. Так, стоп, сетка, 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 сетка. Окей, сеточку. Хлыбысь. Отлично. Теперь не будете выпадать. Блин, прыгуны какие. Вы видали таких прыгунов? Нормально вообще. Так, медовушечки. Давайте соберем. Отлично. Ой, какая здесь красота. Курица, ты что тут делаешь вообще? Так, пэмть. Пэмть. Ага. Тихо-тихо, не вылетать. Ага, отлично. Давай все соберем. Чудненько. Так, одна вылетела или нет? Да, вылетела, вот она. Иди-ка сюда, дорогуша. Да что ж такое? Так, Рустро, иди погуляй. Пока я тут разберусь с этой водной малышней. Так, хорошо. Здесь серый плорт, он нам не нужен. Рустро, ходи назад. Отлично, и сейчас мы с тобой посмотрим, куда тебя можно определить. Можно, в принципе, друзья. Там я хочу посадить. Да. Давайте, наверное, сейчас удалим, просто уберем здесь в курятнике нашу. Нашу грядку с морковкой. Она уже и не действует, да? Да, уже морковка здесь погнила, но и фиг с ней. Хорошо, уберем вот это вот все. Нам без разницы абсолютно. Так, задемолишим. Хорошо. И здесь поставим еще один курятничек. Так. Хайволсы заперчейзием. И спрингресс. Пускай будет. Вот. Хорошо. Сюда мы определим с вами петуха. И еще, наверное, элдеров. Смотрите, сколько элдеров здесь у нас. Обалдеть. Это же жесть какая-то. То есть брайерхенов. Так, это стоунхены и элдеры. Вот и элдеры. Иди сюда, элдер. Отлично. И ты иди сюда, элдер. Давай сюда. Отлично. Да. Давай. Ах ты, блин. Вот, отлично. Че ты не помещаешься, что ли? А ее что, только одну можно взять, что ли? Нормальный ход. Ну ладно. Одну так одну. Что-то какой-то неприятный курьез, если честно, непонятный. Так, ладно, пускай здесь будет одна. Так, там у нас в курятнике что творится вообще? Тут у нас тоже элдер есть. И обычные курицы. Ну и пускай себе плодятся здесь, правда? Кто им будет мешать? Так, окей, сейчас сдадим с вами водяные плортики. Не самый... Так, тихо. Они почему-то время от времени хлюпают здесь у меня. Я не знаю почему. Вернее, я догадываюсь почему, но... Ничего не поделаешь. Так, хорошо. Значит, сюда мы... Ага, определили 13 с половиной тысяч. Но я думаю, что, друзья, закончим на этом. И будем ждать, видимо, уже следующей серии с вами.
Надеюсь, вам понравилось. Ссылка на плейлист в описании под видео. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. И пока-пока.